Поистине, когда раб совершает грех, черное пятно появляется на его сердце. И если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то сердце его очищается. Если же он снова совершает грех, то это пятно увеличивается и может окутать все сердце. И это окутывание, о котором сказал Всевышний Аллах. Но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели. Священный Коран,